Мощи блаженной старицы Матроны Московской прибыли в Брянский кафедральный собор. Привезение святыни осуществлено в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь». По словам ее организаторов, блаженная старица является особо почитаемой в молодежной среде святой. Торжественная встреча святыни при большом стечении народа состоялась у входа в главный городской храм. И пусть погода, когда святыню доставили к храму, была серой и промозглой, но улыбки и лучистые глаза людей, пришедших поклониться блаженной старице, сделали этот день по-настоящему светлым и солнечным. Да, даже то, что произошло со мной, это вообще чудо. Я вчера лежала, не могла встать. Это так вот, так нога болела, что это самое. И вот молилась Матронушке. И вот видите, я сегодня стою счастливая, что это самое, встречаю матушку Матронушку. Мы решили прийти к Матронушке. Мы ее очень ждали в Брянск. Пришли попросить у нее и здоровья, и всех благ. И вот принести ей цветочки положить. Молимся ей и о благополучии детей, о своем благополучии, о семейном благополучии. За разной помощью приходит, кто-то в жилье, кто-то в каких-то других проблемах. Бывали и сами ездили к матушке в Москву. Ну вот и матушка нас смилостивилась, приехала к нам. Действительно, множество людей хотят приехать в Москву, в Покровский женский монастырь, чтобы поклониться мощам матушки Матроны. Но не всем это под силу, как финансово, так и по состоянию здоровья. Ведь по рассказам паломников, в очереди к честным мощам старицы можно простоять целый день, потому что туда приезжают люди со всего мира. Но и в Брянском соборе, как пишет местная пресса, вскоре после прибытия мощей собралось более сотни человек. Святая блаженная Матрона почтила нас своим присутствием. В течение 10 дней эта святыня будет пребывать в недрах Брянского кафедрального собора. И каждый верующий сердцем человек может соприкоснуться и почувствовать ту божественную благодать, которая веет и наполняет верующее сердце каждого человека. Привоз мощей святой Матроны Московской проводится в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь». В отделе духовно-нравственного воспитания и молодежи Брянской епархии в ходе реализации этой программы были проведены образовательные семинары, посвященные волонтерской работе. На самом деле, служение в церкви, оно всегда связано с святыней. Здесь мы не можем разграничить, что здесь мы занимаемся учительной молодежной работой, здесь у нас богослужебная деятельность. Жизнь человека в церкви – это нечто целостное. И именно поэтому общее молитвенное общение, молитва перед мощами святой блаженной Матроны Московской, все это должно объединить, и все это еще раз показывает, что жизнь человека в церкви навсегда неразрывно связана с молитвой, с богослужением. Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской будет пребывать в Брянске до 12 марта. Все желающие поклониться святыне могут сделать это, посетив нижний ярус Благовещенского кафедрального собора.